как быстро в 10-15 минутах дать понимание новой концепции. Не укладывается в голове у многих в кратком обзоре, каким образом представить бизнес, чем же мы отличаемся от всех тех, кто сегодня предлагают аналогичные либо нет услуги по получению пассива. Это во-первых. Во-вторых, назрела необходимость пошагово показать, как работает проплата пакета через Eagle Social Gold Coin и биткоины. Почему? Потому что с понедельника, со вчерашнего дня эта функция в полном объеме введена. Сегодня мы имеем апгрейд. Что нужно сделать? Подождать до завтрашнего дня. Выставил сегодня... Мигель выставил анонс, что до завтрашнего дня сайт не будет активен. Почему? Потому что необходимо тщательно завести те функции, которые, я надеюсь, уже с завтрашнего дня мы получим. Какая главная функция? Это заказ карты. Поэтому с завтрашнего дня начинаются тесты нашего обменника. Поэтому желательно, чтобы все то, что происходило за последние дни работ с сайтом, было выровнено. Я надеюсь, что мы завтра получим в общем объеме уже выровненную ситуацию. Я знаю, что у многих непонятно шли начисления по комиссионным, по расходу Eagle Gold Social Coin, поэтому всем говорила, ждем апгрейда, потому что с пятницы сайт не закрывали, но, наверное, многие видели, у кого были изменения, что техническая служба работала, айтишники работали. Итак, давайте поговорим, сейчас поговорим о том, каким образом мы будем... Звук есть, Галина спрашивает, что меня не слышно? Меня не слышно? Есть, замечательно. Я сейчас запишу для того, чтобы, возможно, было потом прослушать еще раз, я запишу, потому что запись важна. Я думаю, что тоже будут писать партнеры, поэтому если кто-то сегодня что-то не уловит, бывает, прерывается звук, не страшно. Итак, что такое ID Identification? На сегодняшний момент предложений по получению неких доходов от суммы инвестиций множество. Мы знаем, что на рынке, не будем приводить примеры, на рынке много сегодня компаний, предлагающих получить какую-то сумму доходов в процентах от суммы инвестиций в трейдинг, либо это майнинг, либо еще какие-либо компании, которые предлагают некие продукты, возможно, которые, я не знаю, я не сталкивалась, но я уже слышала, что есть компании, которые предлагают тоже линейку продуктов, где, возможно, через участие в общем, скажем, в общей программе развития компании получать некий доход. Я с такой компанией еще не сталкивалась. Первая компания на рынок, которая пришла, это наша ID Identification, которая в подтвержденном виде именно предложила возможность своим партнерам, членам клуба, закрытого клуба, написано инвестиционный, всегда приват, социал клуб инвестимент. Социальный инвестиционный клуб предложила возможность получать доходы от формы своего участия совместно с компанией в развитии бизнеса. Именно вот такая форма подачи материала является оригинальной и правильной. На последнем тренинге Сандра просила следить за языком, как она выразилась. Пожалуйста, формулировать фразы таким образом, чтобы концепция, новая концепция развития нашего бизнеса у человека складывалась правильно изначально. Итак, мы закрытый социальный клуб. Что это означает? Никто не может прийти в клуб к Клаудио Энрике либо к Мигелю Гомушу и сказать, я хочу стать партнером клуба, какая квота, все, я вот мои деньги, либо счет давайте мне, я перечисляю, становлюсь партнером клуба. Нет. Только приглашение спонсора. Приглашение спонсора дает право стать партнером клуба. И все те льготы, все те возможности, которые открывают наше партнерство, возможно получить только через регистрацию в клубе. Мы, партнеры,
едины и равны со всеми. Последняя беседа с Клаудио Энрике, это наш президент, еще раз он подчеркнул, что понимание социальный клуб складывается из того, что кто бы ни пришел, с любой суммой участия, с любым намерением участия, с любым предложением участия в концепции, он прежде всего должен стать акционером. Мы все равны, говорит, у меня такая же акция, как и у акция у человека, который принес в компанию $100. То есть есть несколько форм участия, но акционирование в социальной форме едино. У всех равные права. Кто бы ни участвовал в каком размере в акционировании компании, равные права. Мы получаем одну акцию, которая по истечению календарного года дает право получать дивиденды от доходности 18 компаний на сегодняшний день, которые составляют основу бизнес-платформы ID Identification. Бизнес-платформы ID Identification, то есть мы клуб, мы MLM-подразделение, которое получает доходы от возможности участвовать в инвестициях совместно с компанией. Но бизнес-платформа не принадлежит ID Identification. Я прошу не путать вот здесь термины и подчиненность. ID Identification – сетевое подразделение или социальный клуб, который является частью «Феникс», холдинга «Феникс». Подразделений много, да, и 18 компаний – это тоже часть холдинга «Феникс». Но мы должны каким-то образом участвовать в компании в формировании этого бизнеса и получении своей акции. Вот мы с вами выбираем регистрацию в закрытом клубе ID Identification через покупку инвестиционного пакета в различных объемах, различные суммы. В зависимости от своей суммы нам компания определяет форму вознаграждения в различных объемах. Это уже маркетинг, об этом мы будем говорить на другой конференции. Сегодня я хотела бы именно разложить концепцию понимания, почему компания подошла вот в такой форме к формированию бизнеса, бизнеса завтрашнего дня. Многократно наш президент повторял, что мы социальная организация, мы даем право и возможность любому партнеру сегодня, став акционером, получить свою долю доходности, ежегодной доходности на сегодня от 18 компаний. Не удивлюсь, если через неделю их будет 20. Очень серьезные предложения. Вот сейчас на мини-событии, которое прошло 9 марта, были принесены испанскими партнерами. Поэтому еще два предприятия подобной концепции распределения мирового уровня богатств среди населения планеты, очень серьезные разработки у этих компаний. Вот подобная же концепция, которые едины в своем намерении дать возможность каждому жителю планеты иметь чистый воздух, здоровое питание, чистую окружающую среду и при этом, став партнером какого-то социального сообщества, получать доходы от перераспределения богатств. Эта идея сегодня все популярнее на планете, поэтому я не удивляюсь, что и в России у нас возникли партнеры, которые предложили подобную концепцию. Я надеюсь, что в ближайшей поездке президента, когда состоится она, я не могу сейчас точно сказать дату, состоится в Россию, вот этот альянс, это слияние компаний, то уже будет завершено. Поэтому концепция компании – дать возможность любому из нас получать доходы по форме участия. Форма участия может быть различна, потому что далеко не каждый партнер, который хотел бы финансово участвовать в этой концепции, будет заходить на партнерские пакеты и участвовать в маркетинге. Есть форма участия. Какая? Контрактное соглашение с компанией. То есть значительные суммы, на сегодня эти суммы очень значительны. Объявлены были пакеты, по которым на сегодняшний день компания заключает договора с инвесторами. И такой пакет на покупку продукта компании, то есть коины, которые сейчас на pre-ICO заходят, три коина у нас, это 300 тысяч, 500 тысяч и миллион долларов. 300 тысяч, 500 тысяч и миллион долларов. Это форма участия через инвестирование партнерами в развитие именно интеллектуальной собственности компании. Я хочу отметить, у нас несколько партнеры несколько узко рассматривают форму инвестиций
в покупке наших пакетов. То есть берем пример, допустим, 1000. Если я инвестирую 1000, почему вы считаете, что эту 1000 компания раскладывает по всем 18 компаниям? Я многократно повторяла и хочу сейчас заострить внимание, что бизнес-платформа, которую на сегодня мы имеем как доходная часть холдинга, формировалась не вчера. Это не стартапы. Стартапы у нас впереди, а это компании, которые зарекомендовали себя в многолетнем опыте как успешные компании, которые имеют аналитику и статистику доходности предприятий. На основании анализа, серьезного анализа работы этих компаний и были сформированы вот те по маркетингу доходы по инвестициям партнеров, которые они могут получать от суммы своей инвестиции. Только таким образом они работают. Компания не может, получив от инвестора деньги, допустим, сегодняшним числом оформим, 19 число, март, получила сегодня компания деньги от инвестора. Каким образом она должна за месяц их быстро разложить, чтобы они к концу следующего месяца дали доходность даже в 10%. Это нереально. Я знаю, трейдинг, многие скажут об этом, трейдинг тоже у компании есть, но это нереально гарантировать миллиону партнеров доходность по маркетингу вот в этих суммах. Почему миллиону? Мы помним концепция, да? Вот анализ доходности компании за прошедшие годы позволяет гарантировать 1 миллиону партнеров закрытого клуба доходность по маркетингу, которая прописана, потому что у контрактников другие соглашения, отдельные соглашения с компанией, и доходность здесь не учитывается. Допустим, если это инвестиции в интеллектуальную собственность, в развитие монет, то это 300 тысяч контракт дает право получить 40% скидки от цены продажи токена. Все. 40%. И только партнерам, старым партнерам Eagleby Trade компания гарантирует, мы помним, это было гарантировано сразу в сентябре прошлого года, после того, как была объявлена новая концепция развития нашей компании, нам обещали, что все партнеры Eagleby Trade, которые имели несчастье вот столько времени заморозить свои деньги, получают исключительные возможности. Мы их получаем. Поэтому все партнеры на ICO, которое начинается со следующей недели, имеют право купить монеты, все 3 монеты, которые еще являются собственностью и не вышли в оборот. Мы знаем, какие это EcoCoin, AgroCoin и Time is Money, купить за 20 копеек, то есть 1/5 часть стоимости монеты. Только партнеры Eagleby Trade. Еще раз повторю, я специально уточняла вчера у нашего вице-президента Мигел Гомышева, каким образом будут формироваться контракты. Далее, все другие партнеры, которые сегодня инвестируют в развитие компании, назвала какие цифры, почему так. Несколько другая практика была с Eagle Social Gold Coin. Нам разрешено было привлекать партнерам на контрактных началах. Сейчас все изменилось. Концепция, которую выдвинул как основу развития бизнеса будущего Клауди Энрике Дузанжуш, Барак Обама, наш президент, привлекла очень многие серьезные корпорации для сотрудничества. И контракты, которые заключаются в офисе, это многосоттысячные контракты. Поэтому вопрос не стоит о том, каким образом и как будет финансироваться развитие в перспективе дальнейших бизнесов. Так вот, участие наше с вами, партнерство с компанией на покупке пакета, потому что мы с вами выбираем эту часть участия в бизнесе, то есть через MLM подразделение, через социальный наш клуб, дает право отправить 47% от суммы инвестиций партнеров в маркетинг и остальная сумма в накопительный фонд для развития и покупки следующих бизнесов, то есть прирастания платформы. Клаудио прекрасно понимает, что на 1 миллион партнеров, который обозначен до конца этого года, он будет гораздо раньше, на 1 миллион партнеров платформа должна бесконечно развиваться, бесконечно. Поэтому на все вопросы россиян, которые вот уже многократно бывали в офисе, Мигел Гомыш отвечает, у нас никогда не будет законченной стопроцентной формы бизнес-подразделения. Это динамическое развитие. Почему? Потому что в уставных документах прописано, что 20% доходов от всех компаний ежедневно, еженедельно, ежемесячно отправляются в пул, в фонд накопления. 20% доходов – фонд накопления развития бизнеса, реинвест бизнеса и 20% социальные программы.
Поэтому на сегодняшний момент каждый из партнеров, который участвует в этой программе, вот остальная часть суммы, 3% содержания штата и 50% от инвестиций каждый отправляется в пул реинвестиции бизнеса, который не является чем-то определенным и для каждого конкретным. Ну, какой пример привести на сегодняшний день? Вот на сегодняшний момент идет договоренность по запуску агрокоина через участие в Институте питания мусульманского мира. Что это означает? Следующий шаг. Для того, чтобы агрокоин, который базируется на участии партнеров платформы Меркосул, партнеры, я многократно об этом говорила, это отдельная тема, Меркосул, латиноамериканская платформа, которая была сформирована в 1991 году, в 1996 получила развитие в 5 странах. Это 5 стран Латинской Америки изначально, на сегодня это весь континент, плюс Соединенные Штаты, плюс Канада, они выходят в мусульманский мир. На базе этой платформы, то есть занимаясь оптимизацией производства и потребления сельскохозяйственной продукции, то есть продуктов питания, платформа стремится удешевить стоимость продуктов питания путем оптимизации логистики, да, и заказа производства потребления, то есть увязывание отношений серьезных производителей и серьезных потребителей в этой области. 9 лет Клаудио Энрик участвовал в этой программе как акционер, можно так сказать, не акционер, а соучредитель. Почему? Потому что он является вице-президентом представительства ассоциации Бразилия Багамские острова, страны Багамских островов, которые заняты этой темой давно, поэтому его цель была оптимизация с помощью новых технологий. Не просто учет, да, на электронных носителях, а оптимизация с помощью новых технологий и еще большее удешевление перераспределения продуктов питания. На этом стоит наша платформа Алсур. Это часть подразделения, одно из подразделений холдинга «Феникс». Так вот, на сегодняшний момент для того, чтобы включить полноценно мусульманский мир через Институт питания мусульманского мира, это объединение, это неправительственная организация, которая включает в себя несколько мусульманских стран, для того, чтобы это сделать, необходимы были персональные соглашения с руководством стран, с финансовыми институтами стран, для того, чтобы запустить в действие механизм от посадки, обработки земли, посадки семян, и получения урожая до потребления определенными структурами, потребления продуктов, перераспределения их по странам и континентам. Это очень сложная работа. Так вот, участие в программе Алсур на сегодня института питания мусульманского мира в определенных лицах, в определенных фамилиях и дает нам возможность что делать? Экономия еще более перерасчитанная, скажем так, на оптимизацию отношений, экономия средств, которая где-то от 20 до 40% на сегодня позволяет снизить цену продуктов питания, она позволяет дать устойчивость агрокоину. На этом базируются эти отношения. Все эти подробности, они очень хорошо изложены в книге. Да, я хочу сказать, что, видимо, в эту поездку уже будет представлен перевод книги, нужно будет отдать руководству, потому что Лена Синякова сказала, что она получила СМС, мы знаем, что РУДН переводит, она получила СМС от человека, который занимается переводом, поэтому я думаю, в ближайшей перспективе мы получаем русскоязычную версию книги «Новые концепции», которая очень хорошо объясняет значение каждой из этих монет. Так вот, это один из примеров. Другой пример я приведу. Для того, чтобы, наверное, уже многие слышали, я уже говорила о новых часах на сегодняшний момент, которые еще одна компания зашла в партнерство в нашем холдинге, которые... Как заходит компания? Наша компания покупает какой-то процент акций компании. Компания не заходит сама по себе, присоединилась, нате вам все мои активы, я хочу быть такой красивой, хочу быть с вами. Да нет. Наш президент договаривается с руководством другой компании либо других каких-то институтов о финансировании тех либо других программ либо покупке акций. Вот куда идут деньги инвесторов. Нужно понимать доходность этих акций. Так вот, компания, которая на сегодня представлена производством часов нового поколения,
Часы, я до сих пор не понимаю, как они функционируют. Наверное, мы не скоро еще разберемся, но образец, реальный образец на руке директора корпорации мы видели, потому что всегда наш президент подтверждает все свои слова роликами, видеороликами, либо документами. Так вот об этом он разрешил говорить. Это соглашение подписано, договора состоялись. На сегодняшний момент эта компания является частью нашего холдинга. Что это означает? Что инвестиционный наш пул отдал определенную сумму денег на покупку акций этой корпорации, которая является поддержкой монеты Time is Money. В каком виде? Часы нового поколения, которые без стрелок, без аналогового и цифрового демонстрации времени, они по, ну я не понимаю, как это работает, но это работает. Глядя на часы, они вам показывают время на этот момент. Программу, которую вы даете часам, допустим, я хочу знать погоду в той-то, в такой-то стране, вот на этот момент в этой стране вам часы показывают погоду. То есть управляемые программы тактильным, я так поняла, прикосновением. То есть я не знаю, как это работает и взаимодействие, каким образом с организмом человека влияет на задачу, которую ставим мы перед часами, но это работает. Потому что часы, когда они проговорили Time is Money показать, на часах шел ролик, идет о том, что пишется Time is Money, это время жизни, время для жизни. Поэтому я хочу сказать, что вот такая корпорация, которая, это абсолютно новые технологические какие-то разработки, первый образец уже есть, и эти часы, производство этих часов являются еще одним, скажем, поддерживающим фактором развития именно проекта Time is Money и нашей монеты Time is Money, которая и так достаточно, скажем, имеет поддержку в форме платежной системы «Минута деньги, деньги минута». Мы помним, об этом уже говорила. Поэтому вот эта корпорация, которая сейчас пришла, договора подписаны. Все это уже является частью платформы. Как вы думаете, деньги инвесторов, которые отправились вот туда, всех тех, которые заходили в последнее время, будут приносить доход? Какой доход? 10% либо 100%? Такие часы, вы же понимаете их стоимость, и вы понимаете потребность в этих часах, прежде всего, сейчас будет сильных мира сего, то есть серьезных людей, которые имеют очень серьезные суммы для оплаты подобного продукта. И далее развитие индустрии позволит нам постоянно получать доход от такого вида нового технологического решенного процессинга какого-то в часах. Поэтому я не могу понять, как это работает, но это уже физическая единица. Я привела пример, куда идут деньги инвесторов. Мы не можем 1000 разложить на 18, 19, 20, 30 компаний и сказать, какая компания будет доходной. Нет. Нам дан пример в маркетинге. Вот эти 5-21% – это минимальные планки, которые компания рассчитала, видимо, анализируя наиболее или наименее доходные года от своих предприятий, видимо так, потому что планка 5-21 весьма и весьма занижена. Но я понимаю, для чего это сделано. Компания стартует, компания дает начало своему развитию. Поэтому первый 19-й год, я еще раз напомню, что этот маркетинг установлен на 19-й год. Никто не говорит, что он будет постоянным и навсегда. На 19-й год нам компания дает вот эту доходность, гарантируемую доходность у этих корпораций, всех подразделений, компаний, предприятий, проектов, как угодно называйте, в этих пределах. Тогда сумма нашей инвестиции, малая, средняя, большая, получает доходность в тех процентах, которые у нас установлены в маркетинге для партнеров, покупающих инвестиционные пакеты. Теперь следующий вопрос многие задают. Если у меня пакет закончился, больше я не хочу покупать, я инвестор просто. Вы можете не покупать больше пакет никогда. Единожды купив инвестиционный пакет, допустим, за 2 года вы получили доход по своей инвестиции, но у вас есть акция. Я сказала, намерение нашего президента и нас с вами. Да, то есть вот концепция реинвестирования бизнеса и увеличения доходной части компании позволяет гарантировать нашей компании увеличивающийся с каждым годом доход, ежегодный доход, дивиденды по моей акции. И теперь, если будут реализованы программы, я не могу о них о всех говорить, этих программах, но их несколько шикарных программ. Вот в субботу собирал президент, он сам будет о них говорить. Он принял решение с апреля месяца давать, открывается канал, специально первая съемка была сделана, открывается канал президента, и будет даваться информационное объяснение ситуации в компании на каждую неделю от президента. Это важно. Через ТВ «Глобу»,
К сожалению, я пыталась найти, нет русскоязычного никого у нас модератора, ни блогера, кто бы давал информацию в ТВ Глобу. Это очень известный носитель, онлайн-носитель информации в испано-португало-англоязычном мире. О России говорят, но говорят, к сожалению, на английском, либо на испанском, либо на португальском языке. Поэтому, наверное, тоже нужно будет как-то вопрос поднимать и думать, каким образом соединить с русскоязычным пространством информацию, которая дается на этом носителе и очень популярна во всем мире. Миллионы людей слушают ее. И вы представьте, через ТВ Глобу у него есть уже свой канал. Поэтому на сегодняшний день информационное обеспечение мира всем тем, что происходит внутри компании, это уже реальность. Договора, все это он уже показал, есть переписка, есть соглашение, все это уже реальность. Что я хочу сказать этим тем, что свою роль общего администратора, гениального руководителя, который планирует развитие компании в пропорции присоединения партнеров для развития бизнеса, он исполняет четко. Мы с вами только можем догадываться о тех объемах контрактов, которые на сегодня, он еще говорил о нескольких контрактах шикарных, которые, дай бог, в апреле состоятся. Это еще один толчок, который по истечению 2019 года, в 2020 году даст очень значительные дивиденды каждому владельцу этой акции. Это и есть социальная программа, каждому владельцу акций. То ли я контрактный партнер компании, который принес 300 тысяч, либо миллион, либо вот у нас тут 26-го соглашения, у них с очень большим количеством миллионов партнеров, но они имеют одну акцию. Так же, как и партнер, который пришел в 97 пакет, купил одна акция, и доходность этой акции зависит от дохода всей концепции, то есть всей бизнес-площадки. Я надеюсь, это понятно. В этом и есть социальное назначение концепции, которая пришла, сказав новое слово, вообще в развитии этой индустрии. Когда президент сказал в субботу, что... Возможно, эта концепция не родилась бы так быстро. Почему? Потому что многократно он был приглашаем многими руководителями и владельцами MLM-компаний, которым нужен человек, известный в социальной структуре в своей стране и на латиноамериканском континенте, но всегда не совпадало видение и задачи, которые ставили владельцы MLM-компаний и Клаудио. Почему? Как он говорит, прежде всего, всегда владельцы запускают MLM-проект, MLM-компанию для извлечения максимально больших и максимально быстрых прибыли, деньги на деньги, предлагая любой товар, либо без товара любую услугу. Почему? Потому что MLM, то есть мы знаем, это глаза в глаза, уста в уста, это та индустрия, которая максимально быстро доводит очень большому количеству людей концепцию, идею и приносит деньги владельцам. Это несколько извращенная установка MLM индустрии, которая изначально, ну, мы знаем, Гербалайф, да, родилась как помощь большому количеству людей в получении удешевленной услуги либо продукта через руки в руки, через посредничество именно дистрибьюторов, которые за свою работу получают вознаграждение. Она извратилась, особенно за последние 10 лет. Поэтому, когда Клаудио говорил, что моя цель основная – это дать возможности, вот эти возможности, которые несет MLM, очень большому количеству людей изменить и финансово, и качественно свою жизнь, а не получение сверхприбыли. Деньги и так, с изменением концепции в головах у каждого из людей, они сами начинают работать в этой зоне, и деньги сами приходят, потому что, естественно, правильно рассчитанный, защищенный маркетинг дает возможность зарабатывать всем, руководству в том числе. А правильное направление концепции в развитии, в постоянное развитие бизнес-поддержки этого бизнеса, то есть бизнес-платформы, дает уверенность в том, что долгие годы мы с вами будем получать эту доходность, растущую, постоянно растущую доходность. Вот суть концепции в этом. Я надеюсь, это понятно. Я не буду больше сегодня занимать время именно подачей бизнеса. Надеюсь, что на сегодняшний день это все понятно. Два слова о новостях. И следующее, о чем я хотела бы поговорить, это как правильно оформлять покупку комбинированного пакета, который проплачивается двумя видами валют. Новости.
На этой неделе у нас стартует наш экченч. Просьба ко всем. Директор многократно говорил, наш исполнительный директор Мигел Гомес, что просьба, если какая-то информация выходит, не бежать бегом в интернете, ничего не искать, не кликать, не усложнять работу программистов. Я многократно говорила, что вот весь этот период последние 5-6 дней рабочий был инструмент у нас в кабинете, мы могли это делать и апгрейды, но просьба была подождать. Почему? Два раза я выставляла сообщение о том, что мы заводим новый механизм оплаты. Об этом Мигел говорил несколько раз. Новый механизм оплаты в коинах, который стартует в мировом масштабе как валютная единица. Но на сегодняшний момент, если биткоин пробивал себе дорогу для того, чтобы стать повсеместно используемым на протяжении лет, то здесь нам даже не оставили дней и месяцев, не оставили. Поэтому все то, что происходило в тестовом периоде с Eagle Gold, Social Coin, то есть мы видели, да, и расчет шел комиссионных не весьма корректно, и списывались по 2-3 раза у нас суммы, когда, ну, опять же, это и интернет, это у некоторых носители, то есть компьютеры могут быть, ну, слабые, я не знаю, по 2 раза приходилось кликать. Были такие ситуации, потому что очень много в личку писали ситуации, которые необходимо исправить. Почему наш директор IT именно группы португальской сказал, что просьба, мы не будем отключать систему до того, как я не разберусь, где какой инструмент именно в работе с иглом дает сбой, вот потом отключим на апгрейд, когда будет понятно, что после перезагрузки системы эти все проблемы уйдут. Поэтому я просила подождать, не торопиться, не делать апгрейды, не давать загрузку, исправление косяков, еще большую загрузку, вернее, нашей группе программистов, отдать им возможность вот этот тестовый период найти в более спокойном режиме. Но у нас достаточно всего произошло. Были нормально произведенные апгрейды, были апгрейды, которые непонятно как списывались. Тем не менее, сегодняшний день – это апгрейд системы. До завтрашнего дня бэк-офис будет закрыт. Для чего они это делают? Президент объяснял, что эта неделя решающая для привязки нашего обменника. Почему наш обменник? Ну, уже все знают название, уже не секрет, можно говорить exchangeumbrella.com, это наш обменник. Он не наш, он не ID identification, это обменник, часть программы от холдинг, свой обменник для чего? Что такое обменник? Это мини-биржа, если так можно назвать, которая позволяет все 4 монеты, которые анонсируются у нас в программе, в действии у нас сейчас Eagle Social Gold Coin, и 3 монеты заходят на ICO 2 месяца 60 дней, они будут обмениваться на эквивалент какой? Биткоин, эквивалент эфириум, я не знаю, какая монета еще появится, но это с течением времени, то есть заводятся, проверяются механизмы обмена, привязываются все технические вопросы должны быть решены и увязаны программистами, поэтому будут заходить еще монеты, создавая пары с Eagle Gold Social Coin. И Eagle Gold Social Coin будет позволять проплачивать контракты, проплачивать пакеты от платформы обменника не изнутри, не из кабинета, а из платформы обменника. Вы сможете покупать пакеты, но при этом из кабинета вы должны будете их выводить. Механизм. Почему выводить? Мы знаем, 7% за вывод всех монет на обменник, 7% компания взимает таксу. Поэтому это заработок обменника, это те проценты, которые необходимы для развития обменника. Почему так? Наш обменник поддерживает на стартовом периоде завода монеты на рынок, он поддерживает нижнюю планку цены. Я сейчас объясню, где вы можете проверять и смотреть ежедневно, напоминаю, ежедневно курс по цене грамма золота, который является эквивалентом нашей монеты. И по этому курсу обменник рассчитывает нам стоимость нашего коина. Почему так? Договоренности с биржами, они имеют место быть. Но каждая биржа выдвигает за закрытие нижней планки торгов, выдвигает определенную сумму, стоимость остановки торгов ежедневной. Поэтому было принято решение стартовать вот сейчас в этой форме. Почему? Потому что на протяжении 2-3 месяцев все контрактные отношения
Я не буду их озвучить, потому что это секрет компании, но одно скажу, что завод через финансовые институты Африки, он подписан в серьезных размерах именно Eagle Gold Social Coin. Поэтому не потребуется потом придерживать и останавливать нижнюю планку на стартовом периоде. Всегда так, потому что всем нам необходимы деньги. Конечно, все будут менять. Конечно, все хотят получить резерв. При этом, имея возможность обменять в этом эквиваленте на биткоины, вы можете получать необходимую сумму, которую заранее уже рассчитали. Считали, понимаете, что это ваш доход. Это было гарантировано всем партнерам Eagle Bitrate. Гарантировано, что вот та доходность, которая нам обещана в росте 500% суммы салдо Морозу, которую мы получили в бэк-офисе, нам будет подтверждена и гарантирована. Компания исполняет это обещание. Поэтому эта неделя завод нашего обменника. Каким образом будет функционировать, мы получим инструкции. На этой же неделе должна появиться функция заказа карты, потому что это одновременный процесс. На обменнике в обязательном порядке у нас появляется партнер обменника через EcoBankCoin. Это Visa и MasterCard, наши карты-процессоры, которые дают возможность Eagle Gold Social Coin менять на фиатные деньги. Поэтому появится функция заказа карты. Все это, я думаю, со среды мы сможем смотреть. И более подробные какие-то инструкции среда, четверг до конца недели будут даны. Естественно, опять тестовый период. Не нужно торопиться в один день, в один час сделать масштабно все, что мы хотели бы сделать. Будет открыт вывод, будут даны инструкции, мы постараемся им следовать и постараемся больше не допускать косяков, которые замедляют развитие нашего проекта. Теперь, значит, пакет. На сегодняшний день уже функционирует с вчерашнего дня, который вы можете купить 75% стоимости пакета в биткоинах и 25% в Eagle Social Gold Coin. Это уже действующий пакет. Вчера мы сделали первую регистрацию и купили пакет таким образом. Вновь прорегистрированные партнеры, только вновь прорегистрируемые, потому что все партнеры, которые, допустим, имели контракты, да, партнеры, которые пришли в декабре, купили контракт и получили бэк-офис и не купили пакет, должны купить первую покупку, сделать минимального пакета в биткоинах. В биткоинах. Это объяснимо и логично понятно, потому что вам компания дала возможность получить монеты за 30% стоимости. Поэтому компания рассчитывает на то, что хотя бы минимальный пакет вы покупаете в биткоинах. Потом можете делать апгрейд. Тоже из практики. Вчера мы прошли несколько вариантов, посмотрели, что и как работает. Вот эта практика покупки нового пакета для нового партнера тоже уже работает. Итак, что мы делаем? Вы заходите, вот вы прорегистрировали человека, у вас вот такая картина выпадает, да? Партнер знает, что он хочет сделать. Он хочет купить какой-то пакет, да, допустим, ну, я не знаю какой, ну, давайте рассмотрим сотню пакет, самый минимальный, да. На этом примере, вот здесь как раз мы пакет 100 проплачивали, здесь цифры я показываю именно вот этого пакета. То есть у вас $47 – это регистрация. И $97 стоимость пакета. Следовательно, вы рассчитываете 25% в начале, перед тем, как кликать, выбирать что-либо, делать, вообще ничего не делаете. Вначале рассчитываете. На этом файле видно, что я посчитала $97. 25% вот этой суммы составляют $24.25. Стоимость в Eagle Social Gold Coin. Далее я их делю, вчера я их делила на сумму $41.9, да? Я получила количество коинов 0.578 и так далее. Я округляю до 0.58. Это конкретный вчера пример. Где я взяла эту цену? Вчера унция золота, а мы знаем, что на торгах на Лондонской бирже всегда расчет ведется в унциях. Да? Унция составляет 31,1 граммов в одной унции. Так вот, если стоит цена вчера унции золота 1303.09, разделите на 31,1, на вчерашний день унция золота стоила $41.9. Вчера $41.9 цена 1 грамма золота. Вот вы видите, где искать, kitka.com сайт, либо просто скачайте приложение Kitka. Наши все уже скачали приложение Kitka, везде есть, на Андроиде, на iOS, везде есть. Скачайте, заходите и смотрите ежедневно цену золота.
у нас у компании, вот вчера мы проводили, показали, как это делать, мы вчера посмотрели цену золота, когда мы завели эту сумму, все сработало. Сейчас я покажу на файлах. Поэтому вы смотрите цену золота в унции, делите на 41, на 31,1, получаете цену грамма до сотых, округляете чуть больше, не меньше сторону, а на 0,1 чуть больше округляете. Вот я привела пример 0,578 и так далее была цена, я округлила до 0,58. Эту, когда вы это сделали, человек, который отдает вам свои золотые коины, у себя уже все разобрались, этим уже трансфер все знают, заходите в трансфер, вначале создаете пин, естественно, и отправляете четко эту сумму на логин человеку. Четко эту сумму отправляете 0,58, логин человека отправили. Как только новый партнер получил эту сумму, у него валите вот здесь, да, ну давайте глянем, здесь подтверждение, наверное, не сняла или сделала, вот есть, да, вот кнопка, да, я не сказала о ней. У него на дашборде внизу под всей информацией дашборд сразу появляются две кнопки. Вот на синюю кнопку вы нажимаете, вот здесь у вас стоит эквивалент. Когда вы нажали на синюю кнопку, у вас в валите у этого человека появляется сумма 0,58. Все, он готов для дальнейших действий. Как только эта сумма появилась, мы можем идти и выбирать пакет. Выбрали пакет 144, 97 плюс 47. Выбираем пакет. Внизу на странице кликаем «Следующий шаг». Да, и вот здесь интересно, у вас открывается страница, не торопитесь, не допускайте косяки, внимательно смотрим, да, стоит биткоин, но вам предлагают использовать, да, Eagle Gold Social Coin, кликните вот сюда, не забывайте, вот здесь, когда вы кликаете, будет ли токен использован, да, будет, тогда вы продолжаете и кликаете на следующий шаг, после этого у вас открывается страница доплаты, потому что как только вы кликнули на шаг, будет использован токен, он у вас списался, и у вас открывается страница доплаты. Мы специально проверяли, стоимость вчера была 144, здесь была 003, 004 и так далее. Когда списали у меня сумму, у меня осталось 0.0299 и так далее. То есть кликаете, подтверждаете вот сюда сумму, следующим шагом кликаете, копируете, подтверждаете вот здесь адрес, обычным образом проплачиваете, и у вас, когда вы подтверждаете, уже кликнули сумму, вот здесь сумма вышла, кликнули адрес, у вас выходит вот здесь сумма, которая у вас будет списана. Вы видите, она гораздо меньше, чем 144, поэтому вам все показывают здесь. Следующий шаг, вы это сделали, вы можете вернуться, да, в identification, в свой кабинет, когда у вас клик прошел зеленый, что все в порядке. После этого вы можете зайти и посмотреть вот сюда на Eagle Social Gold Coin. У вас списались 0.057, еще и 0.01 не оставили здесь, да, потому что было 0.0578 и так далее. Округлили до 0.01. Еще один момент. Вот здесь есть поле. На каждом из коинов оно будет. Сейчас у нас рабочим является Eagle Gold Social Coin. Когда вы посмотрите информацию, кликните вот здесь, да, у вас открывается поле, где вы видите проплату в голдах и проплату в биткоинах. Вот у вас здесь все стоит, вы заплатили, у вас все это, вот здесь информация вся видна. Я надеюсь, что этой инструкции достаточно, чтобы понимать, каким образом делать проплату. Запись я делаю, поэтому в любом случае, я сейчас остановлю ее, уже достаточно на сегодня, в любом случае еще раз 2-3 раза просмотреть, пошагово будет понятно, как это делать. Я в чат сброшу этот PowerPoint, на котором пошагово расписано, куда кликать, что делать и каким образом воспользоваться Eagle Gold Social Coin. Еще один важный момент. Вы у себя в кабинетах, когда открываете, посмотреть информацию, у вас прописаны три позиции, стартовые. Пока вы еще ничего не делали, стартовая позиция первая. Сколько у вас списано голдкоинов для активации вашего последнего пакета? Дальше идет цифра 10%, и стоит уже сумма, которую вы можете вывести на exchange. Сейчас откроется завтра exchange, 10% мы можем вывести, пробовать, смотреть, как этот механизм работает. И это есть прописанная, утвержденная сумма вывода от первого салда. Далее идет сумма 25%. Это всего 25% от первоначального салда, которое вы можете использовать для перевода партнерам, допустим, кому-то не хватает какое-то количество голдкоинов.
для того, чтобы сделать ваучер, кому-то проплатить. Для апгрейда себе собственный свой пакет вы можете использовать все Eagle Gold Social Coin, все, но для переводов 25. Далее мы делаем апгрейды. У нас растет сумма комиссионных в Eagle Gold Social Coin, не только в биткоинах, но и в иглах. Что это означает? От повторного начисления на этом этапе бесплатно, то есть внутри системы, перевод вы можете сделать только в размере 7,5% суммы всех комиссионных. Поэтому у многих не хватает средств, когда вы что-либо хотите делать. Все начисления, которые вы получаете для себя, да, вы не можете воспользоваться 100% ими сами внутри в кабинете. 7,5% на этом этапе компания дала. Но с момента, когда заведут наш обменник, то есть пройдет тестовый период, мы все суммы должны будем выводить на обменник. И только используя обменник, проплачивать апгрейды, пакеты и так далее. Я надеюсь, что понятно. У многих возникает вопрос, почему система пишет, не хватает средств, они у меня стоят. 7,5% от комиссионных, полученных по апгрейду, по системе, по структуре, в Eagle Social Gold Coin. Я надеюсь, понятно. И 25% всего тех, что вы получили от Saldo Amoroso для формирования ваучеров. Теперь друг другу помогли, отправили деньги. У человека они оказались лишними, человек их хочет отправить назад. Напоминаю, человек же их получил по ваучеру, вы отправили ему, они у него лишние. Назад он может отправить от этой суммы 7,5%. Поэтому не надо торопиться, давайте дожидаться всегда точных инструкций, как и что работает в инструменте именно перечислений Eagle Gold Social Coin. Компания дала нам временный период и возможность воспользоваться, запустить бизнес сейчас для нас с вами, мы долго ждали. Но механизм работы с Eagle Gold Social Coin, как и с биткоином, будет через вывод на обменник. Это правильный долгоиграющий механизм работы с любыми валютами. Мы знаем об этом. Поэтому вот этот временный период у нас, который нам дан в облегчение ситуации сейчас получения денег, он, я не знаю, когда он закончится. Возможно, до конца месяца, возможно, чуть дольше, пока мы используем, каждый использует свои 25%. Я думаю, гораздо раньше это все закончится. Далее все через обменники. И это логически верно. 7% это комиссионные за то, что наша монета начинает работать на внешнем рынке, а не только ходить внутри кабинетов. Это очень важный механизм для запуска в реальную жизнь нашей монеты. И первой, и второй, и третьей, и четвертой. Global Star Club. Возможности безграничны.